Mykene. Mykene. А если бы у тебя отняли возможность снимать кино, кто? Ты был бы несчастным человеком? Кто бы отнял у меня? Ну, отняли бы. Не, не финансировали бы твои кто? Фильмы. Кто? А никто их не финансировал. Ну, я сам их и финансировал. Время от времени финансируешь. Кто? Ну, в общем, формально? Не было у тебя возможности снимать кино. Ты слушай, был у меня не было возможности человеком. Снимать кино. Да? У меня не было ее. Кто сказал, что у меня была возможность снимать кино? Ну вот если ты знаешь. У меня не было. Приговор вынесен. Ты кино больше мне не можешь снимать. Мне вынесли переговор. И приговор, и переговоры вынесли. Во-первых, у меня не было ее. Была эта возможность? Не было у меня этой возможности снимать нет, кино. Я тебе говорю. У меня не было ни сейчас ни богатых родителей, которые и не влияют, которые меня в гиг устроили. Одно дело не иметь возможности снимать кино, когда тебе 20 лет, у тебя вся жизнь впереди. Другое дело, когда ты уже состоявшийся человек, ты снимаешь фильмы, ты этим живешь, ты этим зарабатываешь и на жизнь. 20 лет. Ты этим... Красавица, я 12 лет готовился. Но сейчас я говорю, у тебя нет возможности снимать кино. У меня нет. Ты знаешь это? Нет, предположим, я говорю, ты бы ощущал себя несчастным человеком или нет? Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Я, вся проблема в том, в фокусе, в концентрации. Да. И насчет сапожника, это не моя идея, а это факт. Это факт. Есть люди, которые действительно на этом сделали все. На сапоге, на сапожничестве. А какая разница? Чем разница? Чем заниматься? Вообще разницы никакой, но для тебя конкретно нет разницы. Сейчас я думаю, что есть она, конечно, потому что я готовился к этому делу. И для меня это дело не прекращалось ни на мгновение. Да, и я себя чувствую, так сказать, очень хорошо в этом деле. Потому что ну, я работаю каждый день. Говорить о ощущениях сапожника сложно, поскольку я этот путь не прошел. Но я могу себя представить. Ты знаешь, у меня страсть возникла к архитектуре. Например, нужно сказать, что кино много интереснее, чем архитектура, поскольку все движется. Все много сложнее и комбинации все непредсказуемые.